Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал «Грани вкуса в жизни». Сегодня хочу вам показать идею приготовления десерта в стакане или трайфл. Можно делать из разных фруктов, ягод, добавлять по своему вкусу сахар или сахарную пудру, сделать любой крем, покупать разное печенье или испечь бисквит. Менять местами слои, и вы сможете сделать и создать бесконечное множество десертов. И что немаловажно, это доступные и недорогие продукты есть на вашей кухне или в ближайшем магазине. И очень-очень быстро готовится, всего за 10-15 минут. Беру замороженную клюкву, измельчаю ее блендером, добавляю по вкусу сахарную пудру или сахар, ну что вам больше нравится. Я взяла 25% сметану и 2 столовых ложки любого сливочного сыра. Смешиваю венчиком или блендером. Сливочный сыр немного солененький, и я добавляю сахарную пудру. У меня остался медовый корж. Ломаю его на мелкие кусочки. Вы можете взять любое печенье и поломать его или измельчить блендером. Собираем трайфл. Можно положить крем в кондитерские мешки. Это ускорит процесс сборки. Если их нет, выкладываем все ложкой. Сначала клюква, потом крем. Затем кусочки печенья и повторяем. Клюква, крем. Если готовите для праздника, возьмите красивые бокалы или фужеры и сделайте трайфл в них. Будет очень красиво. Я украсила орехами и фруктами. А ваша фантазия может быть безгранична. Все просто и доступно, и очень вкусно. Придумывайте, изобретайте сами новые сочетания вкусов, и у вас все получится. Делитесь впечатлениями. Приятного чаепития. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч!